Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Your Today Rogue. Так, ну что, будем делать ежедневки, потому что нам нужно, ребят, перейти на уровень, а желательно два уровня нам нужно пройти. И у нас у нас пройдена исследовательская станция, у нас снежный лес. Ну что, давай, наверное, глянем, что тут у нас в этом заснеженном лесу. Насколько тут все сложно и плохо. Так, убей 50 врагов с установленным биноклем. Погибни 4 раза. Убей 20 врагов. С чем? Технологичная броня. Ладно. Так, бьет током. Я не буду сейчас, ребят, никакие бусты брать. Просто хочу глянуть, что тут у нас. Ого. Тихо нафиг. Посмотри, какие зомби противные, а. Возьму дополнительный патрон. Так, там опять... Ой, нет, там турель. Слушай, а что зомби-то так лихонько? Иди ты в баню. Посмотри, а. Куда ты стреляешь-то? Куда ты стреляешь, браток? Возьму воздушные лазеры. Слушай, я только начал играть, у меня уже... Блин, только не вы, только не... Да ну нафиг! Блин, теперь будут меня прыгунами этими, да? Так, что он там затихарился-то? Стоит, типа, я его не вижу. Так, инсект, короче, отравляющий газ, скажем так. Так, спокуха, спокуха, спокуха. Зомби, спокойно, ой. Так, мы его в минус, и этого тоже в минус. Так, эхо-магазин берем, пускай у нас будет 3 патрона. Так, здесь возьмем шанс крита. Блин, отказываемся пока. Да ну, да хорош. Тихо, ребятушки. Да чтоб тебе. Он не дает мне даже продохнуть. Угу. Ушатал. Так, это 7-я комната из 30. Ой, зачем? Ну зачем ты, Рэйчик, так делаешь? Ну зачем ты прыгаешь? Ведь летит патрон, видишь же, что летит. Так, это 8-я комната, да, из 30. Я, наверное, возьму, ребята, яблоко. Это необходимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как это было сейчас, блин, ребят, нелепо. Так, пора. Пора. Давай, зомбарь, в минус. Так, что там у нас? 972 хп, ребят. 9-я комната. На 10-й, насколько я помню, будет. Ядрен матрен, ребят. Да ну нафиг. Посмотри, а. Эти лазерные установки бесявые. Блин, что, еще, наверное, один эхо-магазин надо брать. Стреляем еще одной пулей. Так, вот и первый босс, ребят. Это бросок. Это бросок. Так. Ну, я, по идее, здесь я разберусь. Здесь босс лажа, грубо говоря. Он ничего здесь такого не делает. Это обычный хирург, бросающийся какими-то кишками в нас.
Ну, прошел. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Доллары. Вот ненавижу, ребята. Оу, так тут уже... ребят, летающая установка. Она мало того, что летает, она еще и стреляет. Да-да, она стреляет лазерами. Давай разыскиваться. Возьмем. Все-таки шанс крита. Твою налево. Тихо, тихо, тихо. Ёп. Помаковка. Да вы уйдите от меня, ублюдки-то, а? Ну, так, в минус. Слушай, деталей очень много дали. Здесь очень много деталей дали. Я ненавижу этих птичек. Я ненавижу, ребята, этих птичек. Но вот эта вот смерть очень, ребят, хорошо. Вращающийся мусор. Давай вращающийся мусор возьмем. Кинетический. А почему он... Зашибись, ребят. Две лазерные установки, которые могут пробивать через вот эти вот все, как сказать, через все защиты. Так, ну я его скинул, подбил. Лазерную установку тоже подбили. Но почему-то мало хп дали. Так, здесь, друзья, придется нам, наверное, взять лечение. Это уже плохо. Да, и вот этот ядовитый шлейф, который после меня идет, он очень даже неплохо, ребят, помогает. Но это надо крутиться перед зомбарями, понимаешь? Вот опять. Да чтоб тебе, ты посмотри. Так, давай этого шлепнем. Ну. Так. Грохнет его. Давай, наверное, оглушение возьмем. Оглушить врага. Опять лазерная фигня. Все, с ними справились. А, нет, не справился. Готовы. Так, 1726. Ну, потихоньку восстановил здоровье. О, а это что? Это что еще за... Это что за ноу-хау тут, друзья мои? Да что за параша-то? Летает, я не понимаю, что она делает. Что она делает? Пока не ясно. Летал какой-то кристалл, друзья мои. Вы видели, да? Летал какой-то кристалл. А вот что он делал, я так и не понял. По-моему, он бил меня током. Может быть, мне, конечно, показалось. Нет, ребят, мне не показалось. Он действительно бьет током. Пипец, наловил. Ну, это уже... Это какое-то уже читерство идет. Во-первых, я его подбить не могу. Он еще ускоряется. Он просто, ребята, за мной летает и все. Даже не буду здесь пытаться. Я говорил вам, ребята, что у меня не хватает мощности именно моего оружия. Ну-ка, что мы тут с тобой получим? Такое себе. А что? А, очки могу прокачать. И все?
Только очки. Ай-яй-яй-яй-яй, как плохо. Слушай, да... Подожди, так я же взял же его. Еще 20 голды. Так, мы потихоньку, ребята, скоро 1000 получим, а нам нужно 2700. Такс. Но этот уровень нам недоступен, потому что мы не прошли с тобой этот. Я вот думаю... А, задание. У нас же ежедневки, друзья мои. Там было что-то про бинокль, насколько я помню. Установить. И кинетическая броня. Это золотая броня, это ржавая броня. Технологическая. Да, технологическая броня. Ну что... Это нам надо будет с тобой брать, естественно, друзья мои, самые легкие уровни. А зачем? Ну, за тем, чтобы можно было бы здесь выживать, потому что на какие-то более сильные, мощные уровни. Так, бинокль взял. А, мне еще погибнуть нужно было. 4 раза. Но это, я думаю, что не здесь. Здесь я точно не погибну. Это факт. Неоспоримый. Давай возьмем аккумулятор. Подожди секунду, еще гляну. Так, с биноклем 4 раза погибнуть. И да, в технологичной броне. 2 задания мы с тобой сделаем. 2 задания мы сделаем. Это факт. Неоспоримый. Давай гравитационные ботинки возьмем. Как же я хочу нормальную пушку, а? Кто бы знал только. Может быть, действительно взять пистолет и... бомбить пистолетом? Он у меня все-таки, ребята, синий. То есть редкий. Все оружие до этого у меня... зеленое. А вот пистолет у меня синий. То есть редкий, получается. Ну и, соответственно, о, нормально. Реактивные сапоги возьмем. Слушай, ну неплохо. Ну, на слабых зомби, конечно, молния нормально, ребята, отыгрывается. Тут не поспоришь. Плюс еще один прыжок. Сколько у меня прыжков-то будет? Фига я. Зачем мне тогда... реактивный ранец, если я могу просто, ребята, летать, как бабочка здесь. Так, мне сказали, что обнови рейдж к игру, потому что в нее еще было, ребят, говорят, обновление одно. Ну, я вроде бы как вчера только обновлял, и говорят, еще обновление было. То есть добавили миниган. Я не знаю, я попробую, наверное, после... Как мы поиграем, попробуй обновить, посмотреть. Миниган это, наверное, будет имба. Я, правда, не знаю, как он будет стрелять. Ну, то есть я представляю саму специфику минигана. Это тот же самый пулемет, да? Но как это будет выглядеть? То есть я прыгаю, и он стреляет без остановки. Это против вот, как бы тебе это объяснить? Против мощных врагов, против боссов, я думаю, это будет топ. Потому что здесь снаряды, сам знаешь, они самонаводящиеся. Прикинь, я на одних реактивных сапогах. Целая куча реактивных этих прыжков. И заметь, что вот на этих уровнях уже практически не дают деталей. Видимо, я слишком крут. Слишком крут для этих этапов, чтобы мне давать уже какие-то детали. Я могу максимум выбить их с рулетки. Либо, я не знаю, либо каким-то чудом. Ну, он выпал, например, деталь. Но это всего лишь одна. И то на прицел. В основном баксы только дают. Хм.
О, да. Все следующие три пауэрапа, которые мы заработаем при прохождении этого этапа, ну, когда у нас будет выбор пауэрапов, мы все три с тобой их заберем. То есть довольно неплохой этот перк. Ну как не перк, это модификатор, который мы с тобой берем, который нам позволяет сразу взять все три пауэрапа. Особенно прикольно, если в этом пауэрапе... Ай-яй-яй. Особенно, если в этом пауэрапе тебе достается еще и банка эта, склянка, которая дает дополнительно три пауэрапа. Это прям вообще топ. Топ-топовый. Как я обожаю, когда вот так вот зомби щелкаются, как орешки, а? А вот, ребята, и три пауэрапа. Две воздушные пули от лазера. Вращающийся мусор. И топчитесь по мертвым зомби для лечения. Да, не очень много, не очень много мы получили с тобой деталей, но зато выполнили два задания. Угу. Так, оглуши 30 врагов тайзером за один забег, плюс реклама. Я, наверное, ребята, сейчас выйду, гляну про обнову и заодно посмотрим рекламу. Так, ну что, друзья мои, посмотрел я, короче, по поводу обновления. Никаких обновлений не было. Написано, обновление было вчера. Типа тебе никакого обновления не будет. Так что не знаю, где там они миниган уж нашли. Так, у меня задание с тайзером. Так, я, по-моему, одно задание сделал по поводу брони. Так, начни. И вот погибну 4 раза. Я специально, ребята, взял этот уровень сложный, потому что здесь я точно отдуплюсь. И уж точно не один раз. Это гарантированно. Давай вот этот возьмем. Блин, пули отскакивают от стен. Фигня. Прыгает, смотри, смотри, смотри. Да-да-да-да-да, бегайте где-нибудь в другом месте. Бегунки. Молния, плюс один, и вращающийся барьер. Тошнотика-то тут, а? Ну что это за урон, а? А где там этот бегун-то? Все? Давай возьмем этот яд. Скорость атаки. Ну давай возьмем, посмотрим. Ну и что нам выдадут на сейфе на этом? А... Так, все-таки на броню, да? Я думал, все-таки скорострельность или что-то в этом роде дадут. Нахлобучил. Смотри, а. Ну что это? Что это за... Увеличивает скорость движения. Ну давай, давай. Увеличивает скорость движения. А что такое? Рекламу, ребят, посмотрел и... Началось вот это вот. Ну, ёпрасоте, ну...
Вот здесь бы как раз бы четверной бы прыжок бы. Ой, как хорошо бы зашел. Но у меня его нету. Обойдешься, Рэй, ты без четверного прыжка. Надо было яблоко брать. Ого! Да ну нафиг. Я еще этот бегун тут, а? Давай гравитацию. Тут, я думаю, надо будет прыгать очень много. Ой. Да куда ты, Рэй, в него лезешь-то? Ну. Блин, один бегун, второй бегун. Остался босс, да? И мои 751 хп. Разложили. Разложили мы его по полочкам. Так, ну здесь горят враги возле меня. Ну они горят, а так себе, ребят. Хлипенько горят. По 12 урона всего лишь получают. Ни два, ни полтора. Давай плакат возьмем. Хотя... Ну, уже что сделано, то сделано. Так, опять эта пушка. Так, перехитрил. Перехитрил. Я прыгал, прыгал. Тут, понимаешь, тут какая фигня, ребят. Одна из них стреляет довольно быстро. Он как только прицелится. А другая наводится там 3 часа, пока там этот повара беру. Увеличит размер пламени. Но это, ну, это не то. Так, сейчас... Ой-ой-ой. Сейчас еще кристалл же этот будет, да? Лазерный, или как он там? Который будет летать. Электрический кристалл. Так, ну я, наверное, ребята, возьму здесь увлечение, а тут посмотрим. Угу, я получаю скорострельность. Вот смотри, вот после рекламы начинается вот этот вот фриз вот этот. И вот он, этот кристалл, ребят. Долбанный. Ну он прям за мной охотится. Повезло, что я его тут быстро... Блин, надо что-то с лечением делать. Ой. Ну, вообще, какая-то фризня пошла. Он подставляется под меня. Я, наверное, возьму двойной магазин. Вообще зашибись. Ой, вообще зашибись. Это горит.
Горит. Ну, очень медленно получает. Не то, что медленно, очень... О-о-о! Вот это, вот об этом я всю жизнь просто мечтал. Тут я нахватал. Ну что же, мне надо было 4 раза погибнуть. Вот сейчас будет один. Из 4 раз. Выжил на соплях 198 хп. У него вот этот, ребята, луч. Он постепенно увеличивается. Вот это вот аура. То есть вот когда она маленькая, можно пробегать. Но когда она увеличивается в размерах. И урон, посмотри, сколько урона получает мизер. И ускоряется еще, ко всему прочему. Я даже попасть не могу. Попал. Давай плакат. Ну, тут понятно, тут кроме баксов ничего не дадут. Ну конечно же, вас тут охламонов, блин, не хватало. Ушатал, да? Мы здесь ушатали. Ну вот опять, ребят. И опять он тут не один. И они летят все ко мне. Эу! Ну это чудо какое-то просто было. Справился я с ним здесь. И мне не прыгнуть. Хитро они, конечно, сделали. Они просто, ребят, поджидали меня. Враги горят со временем. Я не знаю, что, лазеры возьму. Хотя это полная бесполезная фигня. Оглуши 30 врагов за один забег. Оу. Ех, Макарек, он специально в меня метит, а? Блин, мне бы что-то хилище, я не знаю. Ну, здесь вот хилимся, надеюсь. Так, а сундучка-то больше нету. Сундучка-то больше нету у меня. Кто там у нас? Ага. Разделебунькал. А прыгать не надо нам, да, Рейч, с тобой? Нет, а зачем нам прыгать? Там еще кристалл этот летает. Опять, ребят, фартануло. Две лазерные установки за мной охотятся. Так, ну. А в тот раз... Нет, я, по-моему, дальше проходил, да? Я, по-моему, вот в следующей комнате, ребята, отдуплялся. Они здесь прыгнуть не могут. И я их поджигаю потихонечку, смотри. Опа! Подожди, откуда кристалл взялся? Его уже не было, ребят. Этого кристалла не было. Он откуда-то воплотился, блин. Ну, придется молнии брать. Босс? Оу.
Друзья мои, это босс. А у меня ничего и нету, да? Что-то я как-то... Миниган, да? Ёк-макарёк. Слушай, ну это жестко. Блин, хотелось бы завалить. Так, восстанавливаемся, друзья мои, восстанавливаемся. Ну ты посмотри, вот посмотри. Это после просмотра рекламы. Вот это вот начинается. Сейчас еще из-за фризов сдохнем, блин. Есть. Цветущий босс пошел в отстой. Вау, а мы с тобой машину, кстати, надо. Ха-ха. Новая тачка, новые трассы, друзья мои. Шикарно. Честно говоря, я не думал, что мы пройдем. Ты сам видел, мы навскидку с тобой играли, а тут... Видишь, как оно получилось. Так, сундучок. Так, есть дополнительная миссия, глянем. Так, ребят, ну что, убейте 50 врагов с установленным грибными ботинками за один забег и вылечится на 1360. Так, открыт новый уровень. Ледниковые ущелья. Сундук заберем. Опа, ключик. Ключик. Так, значит, здесь, понятное дело, апгрейд. Максимально достигнуто. Все, ребят. Так, я хотел посмотреть, сколько у нас на снайперке. Атака 154. Сколько у нас на пистолете? Подожди, а у меня пистолет... Блин, у меня пистолет не прапанный. Ну, если я его апгрейжу, например. Недостаточно денег еще нет. Только деньги слил. А толком ничего не понял. Так, ключик есть. Давай открывать. Золотые пули. Золотые пули. Золотые. И апгрейд машины. Так, в первую очередь, бенз. Сколько? 270, понятно. Да, все накопленные средства мои улетели в никуда. Это снегоход? Это снегоход, друзья мои. Че, еще один сундук, что ли? Оу, еще один ключик. Так, дай что-нибудь, пушку дай. Нет, дают бинокль. Дают, блин, бинокль. Так, значит, что мне нужно? Грибные ботинки, да? Грибные ботинки. Ну, например, вот это вот установим. Объединение у нас какое-то есть. Ох, нифига тут. Оу. Оу. Серьезно? Но у нас, видишь, у нас уже есть с тобой тут синие. Так, пошли на старый уровень. Слушай, а сколько нам еще осталось здесь? Да дофигища тут еще нам осталось. Дофига, ребята. Значит, с грибными ботинками плюс мне еще нужно два раза отдуплиться. Но дуплиться-то я, конечно, не обещаю. На этом уровне. А вот врагов с ботинками, да. Ну и, понятное дело, захиляться нам нужно на 1360. Как это сделать? Получать урон, верно?
Нет, здесь я не смогу, ребят. Мне кажется, получить столько урона, чтобы на 1300 отхиляться. Как бы я тут не старался, но не получится, ребят. Это надо брать более приемлемый уровень. Не слишком сложный. Хотя мы можем с тобой пойти и на сложный, но давай мы, наверное, в следующий раз. Хотя, с другой стороны, надо два раза еще отбуприться. Че, как говорится, тянуть? Зачем я взял голографию эту крутящуюся? Непонятно. Блин, офигеть, у меня было 15 тысяч баксов. И мне написали, что мне не хватает денег. То есть это так стоит, так стоит дорого улучшение? Серьезно? Ну да, деньги тут как вода. Ну, за машину же мы, по-моему, не тратим баксы. Там, по-моему, чисто детали. Зачем я это взял? Надо было фейерверк брать, да и все, и не париться. Я весь ваш, бомбите в меня. Нет, не хотят. А мы, знаешь, как можем с тобой отхиляться? Я только сейчас понял. Брать бутылку с водой. У нас будет увеличиваться ХП. И по мере увеличения ХП мы будем с тобой отхиливаться. Как вариант. Жалко, здесь нет какого-нибудь такого, знаешь, камикадзе. Вот здесь вот. Оп. И вот излишки, ребятки, идут нам в ХП. Убей 50 врагов за один забег. Одно задание выполнено. Не, ну насчет повторяющихся боссов, ну это такой себе. Могли бы, конечно, что-нибудь, ребята, и все-таки придумать новенькое, да? Неужели фантазии не хватило что-нибудь придумать? Какого-нибудь босса там, я не знаю. Размотал. Так. Бомби, бомби, бомби. Я специально никуда не двигаюсь. А вот мы, ребята, и вылечились. Значит, дело за малым. А за малым это, грубо говоря, за многим. Потому что нам нужно с тобой два раза отдуплиться. Что не так легко сделать именно здесь. Блин, когда я получу 2700 монет? Когда это вообще произойдет? Произойдет ли? И миниган хотелось бы мне посмотреть. Если, конечно, это не прикол. Давай лечение мне. Просто проще простого. Не двигаясь, да? Двенадцатый уровень. Слушай, но все-таки надо будет идти на жару. Ну, не сегодня, опять же, ребят, не сегодня. Но на жару надо будет идти. Мне нужны эти перки, точнее, токены. Мне нужны эти токены, ребят. Нифига. Он даже пикнуть не успел, друзья мои. Просто один залп и все. Офигенно. Неожиданно, конечно. И два задания у нас, получается, выполнены.
Ага. И еще даже здесь есть одно задание, ребят. 15 голды дали, кстати. Смотрим? Или не смотрим? Не, наверное, ребят, не будем, потому что пора на боковую. Завтра мне с утра на работу. А меня эта сейчас штука увлечет, я знаю себя. Потом пока не пройду что-нибудь, не успокоюсь. Первая 1000 взята, друзья мои. Первая 1000 взята. Убираем сапоги, надеваем наши золотые ботинки. Угу. Все. Я думаю, друзья мои, на сегодня мы закончим. Увидимся уже с вами на моем выходном. Он будет через 2 дня. То есть это получается вторник, среда, работа. И в четверг получается, да. А что смогу, я буду играть за кадром. Это касается черепашек, это касается драконов, всадники Олуха. Это много чего касается. Ну, а мы увидимся. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.